Спортсмены, здравствуйте, тренера, гости. Очень приятно, что сегодня мы открываем новую страничку в истории Конотопа. Мы открываем турнир «Конотопская битва». Я хочу, чтобы этот турнир, я думаю, что мы сделаем все, чтобы этот турнир стал традиционным в нашем городе. Так уж повелось, что сегодня мы открываем всеукраинский турнир, поэтому ответственность очень большая. До вчерашнего дня я очень переживал, но когда увидел предподготовительную работу, и когда дети вместе с тренерами, с такими яркими эмоциями, с такими глазами все это дело готовили, и так быстро, слаженно шла подготовка, я увидел, как они горят просто этой борьбой, то я понял, что все будет хорошо. Ребята, тренера, организаторы, вы делаете очень большое дело. Большое вам спасибо еще раз. Побед вам, всего самого-самого хорошего. Слава Украине! Thank you.
и Андрей Кашкаван, директор компании «Зимбаван». Ваши области нашим чемпионам грамоты вручая Алдаев Андрей Юрьевич. Третье место посетил Скобин Максим, место Конотоп. Друге місце – Пилипів Віталій, місто Конотоп. І перше місце – Панченко Микита, місто Конотоп.